сегодняшний день в Google Play представлены сотни тысяч различных приложений. И чаще всего внимание обращают лишь на первую сотню приложений во вкладке «Лучшие», что вполне логично. Ведь раз приложение подверглось тысячам или миллионам скачиваний, значит оно точно хорошее. Но не тут-то было. Сегодня мы рассмотрим 5 популярных приложений, которые испортились со временем, испортили себе репутацию или были просто удачной уловкой маркетологов, а на деле оказались полной фигней. Смотрим. Приложение Quick Pick – альтернатива стандартной галереи. В свое время было очень удобным из-за своей простоты, легким и бесплатным. Но прошло время, и китайская компания Cheetah Mobile, я надеюсь, произносится именно так, выкупила у разработчиков прогу, после чего в нее был внедрен какой-то там код для сбора информации о пользователе, плюс добавилась реклама облачного сервиса, что сразу испортило репутацию простой и легкой галереи. Но если Quick Pick был не таким популярным, то приложение ES-проводник вряд ли миновало ваше устройство. До недавних пор, да пожалуй и сейчас, является очень удобным файловым менеджером. Но разработчики в погоне за прибылью в угоду пользователям впихнули в прогу утилиту, которая якобы должна была экономить заряд аккумулятора. А на деле оказалась рекламным модулем, который наоборот жрал батарею, а вместе с ней еще и трафик. Сейчас разработчики убрали это дополнение, но репутацию приложению подпортили. А вот UC Browser, одно из самых популярных в мире приложений, подпортило себе репутацию тем, что отслеживает информацию о пользователе. На это обратили внимание сразу несколько специалистов по компьютерной безопасности. Браузер отсылает email, Android ID и MAC адрес устройства на сервера компании, занимающейся сбором информации для торговой площадки Alibaba. Если приватность для вас что-то значит, то это приложение не для вас. Как же быстро садится батарейка на современных телефонах? И на этой больной теме сыграли разработчики приложения DU Battery Saver. Приложение, имеющее в Google Play более 7 миллионов скачиваний. Оно должно якобы с помощью каких-то интеллектуальных функций и настроек сохранить заряд аккумулятора телефона на более долгое время. Короче, приложение для экономии заряда. На самом же деле, это приложение – пример хорошего маркетинга. И только. Скорее, оно даже быстрее посадит ваш аккумулятор и покушает трафик за счет показа рекламы. А вот программа CleanMaster, которая когда-то была легким и простым чистильщиком мусора, накопившегося в файловой системе, на данный момент превратилась в целый комбайн, нашпигованный антивирусом, блокировщиком приложений, менеджером автозапуска, ускорителем игр и так далее. И все эти функции работают не очень-то и исправно, за исключением одной. Приложение здорово показывает рекламу. Вот 5 приложений, которые были хорошими в свое время, но сейчас испортились. А какие ваши любимые приложения спустя время, как вы считаете, испортили репутацию и сошли на нет? Пишите в комментах и не забудьте нажать на красную кнопку с надписью «Подписаться». Спасибо, что смотрели. До скорых встреч!